день пути первые прошли 750 километров, отчаялись, когда Ивдели. Ездили, ночевали с городским комфортом. После Ивдели пробегаем последние 20 километров асфальта, последний на сегодня, это немножко северный. 50 километров отличного грейдера, мы приезжаем в выигрыш 50 году, чтобы отбежать. Нас на душу встречает единственный. Покажите. Да, знаешь, прохватывай. Знаешь, дорогу? Пойдет. Легко. Садись. Поехали. Грязь кругом, да? Дождь льет. Говорит, у тебя баня есть? Тот квадрики. Спрашивает у Лехи. У тебя баня есть? Он говорит, есть. Все, мыться. Ну, не мыться, держись теперь. И как дал говорит газу, тот весь, хорошо, он показал, так пришел весь грязный. Баня есть, сказал. Иди мойся. Конечно, забегайте. По-любому. Поговорим мы так. Нормально у вас будет. В поселке в этом жили охранники и бывшие заключенные. Из колонии поселения Ушма, который находится в 48 километрах отсюда. Через 2,5 часа мы будем там. Комфортно. Все передрались уже, поссорились. Никто не разговаривает ни с кем, один я вот с камерой. Вот такие дела. Пока вот такая печальная картина. Полностью выгоревшая территория. Смотрится, конечно, ужасно. Кстати, Ушма – это первая колония поселения в Советском Союзе. До этого были одни гулаги. А здесь, без колючей проволоки, практически свобода. Сказуемая встреча Макары среди своего обитания. Следующая точка, которую давай вам проводить. Минут 35 километров. Ушло на это 3,5 часа. На базе живет Манси Паша. Он как раз сам будет вас разбудить. Че? Хозяин спит. Вы слышите звук мотора? А? Да. Это последний, кого мы встретим. Вот едет кто-то за нами. Ребята на самодельном аппарате из кабина. У аппарата оторвало индуктора травы. И им пришлось повернуть обратно. Уезжай. Все, последние 5 километров, я лечу.
Последний участок пути преодолели за час. Впереди ужин и ночевка вот в этой уютной избе. Огромное спасибо тем, кто ее когда-то построил. Утро до перевала 18 километров. Это самый сложный участок. Thank you.
и все. Наш УАЗик дальше не едет. Судьбу мы решили не испытывать. И последние километр 800 пройти пешком. На памятник остался километр 800 метров. Не отпускает. Умудрились провалиться, сломать лебедку, чуть не поругались, но в итоге с помощью проволочки и такой-то матери лебедку отремонтировали, вытащились, и все, едем домой. Темнеет очень быстро, впереди еще километров 15 пути. Будем ехать мы в 4 часа, то есть это километров, это 3 в час, с исходом 1 литр на 100. Вот и изба, все, спать. Пока идут сборы, я хочу вам дать послушать и показать немножко настоящей тайги. Ваш Манси проснулся,
охраняет будущее. Маленько встряли, мы хотели пораньше вернуться, но встряли.